Блок, который Диклов. На тебе контроль. Черепа. Стоп. Ой, назад, на тебе череп. Вы же элементали можете контролить локи, да? Ромбик Диклов баном. Ой, танчит квадрат. Змею у нас заливаем вместе с боссом. А по дракону у нас дает контроль сомалийский по КД. Знаешь, чем давать сомалийский? Да, покаяние. Хорошо. Алис, давай с меня первого мастера, потом меняемся и с тебя. Ты мне это, блядь, скажи хоть когда менять, то я могу проебаться. Окей. Ну, на второй касс я дам свой первый, а ты на третий касс. Ну, короче, пока. Потом аур просто поменяем и все. Ну, скажу, короче. Есть кого барабаны друидовские? Чё вы ждёте, нахуй? Чё я вам раздать должен? Есть такого фласки на МП5? Хуе 5. Я предлагаю... Будем учиться убивать без сопротов, нахуй. Никаких сопротов. Мы без сопротов уже проходили. Смотрите, надо... Всем привет, во-первых. Во-вторых, надо играть через квест будет сейчас. Я только что, Миксурка, пока тебе не было, рассказал, что мы играем. Расскажу тебе еще. Контроль у нас. Ой, ну зад, контролит череп, ромбик у нас контролит лок, змею мы заливаем вместе АУЕ с квадратом, звезду контролит у нас паладин. Змею придется заливать, да. Она может отбегать, если что, будем за ней бегать. Сколько хилов? 2 хила? Ну, 3 в прошлый хила. Раз 3 хила играли. Литрошам спекайся в ДЦ, в ЛМ. Хотя у нас 3 хила тут. ДПС должно хватить. Лучше 3. Оставайтесь тут в 3 хила, да. Так, в 3 хила или в 2? В 3. Электрошама обратно. Большой смысл, нахуй. Вы без сопрота бить будете. Ну хоть мили хаст есть. Контрольщики по местам стали. Без настоев. Ой, змею забери. Крест. Геру дай. Заебись. Ох, сука. Ну как я игру сорвал, если я дал 5 РПС? Падайте нахуй. Я вообще проебал кровопускание, нет на панели какого-то хуя, блядь. Ты босса бил, что ли? Да, нахуй, я пока кровопускание бил, даже не успел свичиться. Тотем очищения только на пати, если что. Тотем очищения вроде ядов не диспелит, насколько я знаю. Диспелит. Ты через крест сыграешь? Ну, только пати.
Я-то через хит собираю, я кровотечение твое развешивать, но которого мне не было, и даже, блядь, уже на машинальном уровне, нахуй, тыкал кнопки, блядь. Слышу, агро, агро, бац, нахуй, убило, блядь. Змейку убиваем, да. Давай шкаф этот бежит. А, вот прибежал уже. Чё так долго бегает? 300 баф. Это за Гурн напоминает, а его не бафу никогда, блядь. Да у нас тут-то там, я смотрю, стоит. А нахуя? Ты, блядь. Сука, поставь тотем на броню. Я-то думаю, блядь, это еще плюс. На броню, кастером. Ага, кастером есть. Все. Контроллеры по местам. Затягивай. Гера, если есть. Алло, Лок. Ой, да отведи его. Гера, есть там Геру, давай. Да в конце дадите, блядь. Даю мастер. Нахуя он на первой сливайте прыгнет? Это вторая. С паладином взяли. Крылья диспел. Выше. Лужа. Лужа. Прохил. Ебать вас в рот, три хила, вы что нахуй? Ну а как прохилить паладина, который стоит в луже на? Лево лужа, думал, пропал. Пропал. Выходим. Дракона, забери его и дракона. Станки. Насрал. Страх он не кидается? Нет. Простой эфир возможно. Войда. Готовимся, лужа будет.
ушли, ушли, ушли. Контроль, ромбик. Да залупает она. Жить из меня. Тут еще гера есть. Да я не знаю, у нас бэров нет, как один умирает, вообще все по пизде. ССки, да, сейчас будем, да и все. Не вижу никакого, чтобы по пизде все и шло, я не знаю, что вы придумали. Служи как-то получше надо выбегать, не знаю. Вставайте, бегите. На. Ну где он первый раз стоял, туда его и повел. Где а там была лужа. Еще которая не прошла. Ну так ты не вставай в нее. Она когда исчезла, я в нее запрыгнул. Выбегай из лужи сначала. Почему-то умер только сомалийский, блядь, больше никто не умер. Но. Потом к боссу беги. Зачем прыгать из одной лужи во вторую? Не знаю. Сначала из лужи выбегай, где нет лужи, потом иди к боссу. У нас два СС есть. Фуриба. Алиса, рыбу жри. Так, контрольщики по местам. Гера пошла. Шамана, готовимся к тотему.
При контроле не забываем. ДНМ. Что по прожим? Вот сейчас начинаете давать. Типа так. Хумба, готовимся, лужи. Пошли. Ушли. Нахуй вы, сука, в ней стоите, бейте. Захильте. Контроля нету. И в рот ебись. Как блядь. Они будут хилить, если мы бы пошли по рейду? Дракон вышел. Давай, Миксурк. Починка. Пойду починить, короче. Тоже починка. Нахуя ты повел его туда, босса? Так от лужи. От лужи надо вести в другой столб. Противоположную. Ты повел к мобам и сбился контроль, потому что ОЕш было у нас. Не в ту сторону повел, Войд. Я не знаю, где ваши мобы там стоят. Они по всей комнате, сука, стоят. Возле каждого столба по мобу, блядь, стоит. Чем я могу помочь? Где, блядь, меня лупят, нахуй?
ты потому что дерзкая. Не понял, нахуй. Чё, глубокие раны внизу, нахуй? Чё-то уваров пофиксили, что ли, нахуй? Всё может быть. Старгерой опять на первом месте. Что-то связанное, блядь. Ты одну цель бьёшь, не 10. Так я тоже одну цель бил тогда, робота. Чё, они выше были? Глубокие были на первом месте. Они были на первом у него, да. Это, сука, ебучая змея еще, нахуй. Так бы тупо босса бурстил, Ди клоун, чё у тебя по ДПС такое? Печально. Каких 8-9? Я у тебя 6 вижу. 8-9 тебя нет. Сука. Ебать. Миша Про нахуй с броста 21к давал, я тоже видел 21к, что говорит, что у него на выходе 21к, что ли? Я тебе говорю про цифры, которые последние. Он сдох, Чё ты пиздишь за D5, на? Пристопа. Пошли, контрольщик. Даже метки вам ставить не могу. Мастер, только Герок надо побыстрее, бля. Надо, надо. Геро. Лока забрал, смотрите. Ты войд упал? Нет. Чё это было? Ой, бля, в пизду ваших мобов, нахуй. Войд, забери эту нежить, она не бьет ни хера. ЛП накинь и держи на себе агро, просто я все спала забрал, смотрите. Испал. Он, сука, фиряет. Не, я весь ДПС проебал. За этого конченого пула. Лучше, конечно.
конечно, такого моба контролить. Слока. Хинти лучше, это прожимка была сейчас. Это нет. Контроль. Контроль. А чё, не кинуть изгнание по этому уёбку ебаному или чё, блядь? Уферяет. Паладин, блядь, дай фир по нему на. Изгнания ёбаного зла чё, нету на панели или чё, блядь? О. Вот ты кидай по КД. Хиньте лучше сейчас. Лису захиньте, блядь. Фир мобу. О, войда. О, нормально. Тут есть мини. Короче, дал прожимку. Скорее всего, больше забой не откатится. Она на третью откачивает. Это третий раз. Дракон. Отведи дракона. Хуй знает, куда тут отвезти, блядь. Еще Гера есть. Ну, Геру давайте. Страх Гин давай, есть. Мобу. Гин на хп есть? Мастер аур есть? Короче, не помню. Я не Так, что думать на последнем? В принципе, убить должны. Ой, ну зад тебе что надо? Голова? Ну, что-то на глубокий рано вообще хуйня. Ты орал на горн? Не помню. Тебе нужен лаз, нет, Диклов? Ну тогда давай возьмем. Thank you.
Так, а чё наблюдаете? Да-да. Мне надо в ЦЛК попасть, чтобы... Так. Очень нормально. Сейчас, отсекай. А я тебе, блядь, какой рейд нахуй даю? Так там у вас хэм стоит. Кто это? Якутия, кто? Какой ему пизду ЦЛК хэм? Какой он ЦЛК? Говорит, надо что хочет кольцо поменять нахуй ЦЛК. У нас хэмка стоит, поэтому не может. Так другому кому-то пойти, да? Я уже да. Есть такие уебаны, кто не знает тактику? Уебан. Чё, кого брать будет? Так Утя, блядь. Чё, Кутин? Так нахуя его сюда, блядь? А мне надо закрыть. Пина убить. Нахуй. Пизду, блядь. У него КД, нахуй, как раз нахуй. 25 гер, что ли? Понятно. Ну, давайте, давайте, пать. Ну смотри, будешь тупить, потом с пугами пойдешь закрывать, я тебе обещаю. Пускай вон 4Т4 оденет прожимку, сделает в этом. Как он называется? В ДДшнике нахуй. Варовский оденет. А я тут давно не был нахуй, мы по какой тактике идем, блять? Да по той же. Типа вот тут? Не. В угол сюда, потом прыгаемся сюда. Так у нас было легче тактика, как две звезды были, не? Да без не, разницы не. Вообще, да пизды. Понимаешь, блядь, просто ставили медведя здесь, вот где ты звезду поставил, а бежали вот в ту звезду, где ты сейчас поставил. А сейчас босс центра вообще не уходит, получается. Но вообще-то мы когда били, у нас, блядь, босс нахуй стоял там возле звезды. Когда была уже переходка, косяки забегали, погибало. Да то можно есть, хоть так, мы... хоть так, вообще, допустим, на в любой угол ставь эту звезду, в любой угол подводи босса, блядь, и так же все будет. Я говорю вам про легкую тактику, мне так-то похуй, на. Вот с этой звездой, где ты ставил, сюда же будет босс подводиться. Копии оставьте под пантеру, нахуй. Войд водить будешь. Ветеркина. Шаман Велема. Шаман Велема. Да, они захилят. Захилят. Нам ДПСа не хватит. Ну не скажи, блядь, любой. Алиса. Войт, скажи мне, пожалуйста, только вот честно, ты пьяный? А ты по нему не слышишь, на. Да? Батя, вы, да, 4 куска, на. Короче, рычу на пул. Юбку покороче, блядь, Виби. Виби, тут. Перед третьей фазой уберите, пожалуйста, тотема шамана.
0% это переход. Стоп, не велико. Нас диспел, ой, ну зад. Мелики. Побежали в звезду. РДДшники, добивайте босс. Все уперлись в стенку. Мас диспел. Тотем убери. Тотем убирай. Я отобью. 1%. Добивайте быстрее. Я глыбой отобью в углу. В угол тоже иди. Паладины бабл даете. Ушли, ушли назад. Назад ушли. Встать можешь? Нет. Ну лежи нахуй тогда. Сейчас ждем, пойдет и идем. Что-то, блядь. Сколько у тебя до вставалки? Блять, я же могу истерию кидать. Я скажу, куда кинуть. Чё по СС-ам у вас? Давай СС. Готовимся, скоро переходку. Все под босс. ДНМ, давай этих, копии. Да. Даю войск. Хильте, ёбаный стос. На фул хиляем. Хиляем, хиляем. Дрочите что ли там?
фул прокидываем. Гим на хп. Так запиливаем. Расколы. Сейчас смотри, сколько укусил. Один процент, ну два. 19% переход. Херово перевели. Ну чё, хиль? Готовьтесь. Кучей не стойте, милики. Сомалийский. Перед ебалом не стоять. ДЦ этому или кто сейчас будет сюда вести? Стол. Вы, Нузат, ты что дрочишь, сука, стоишь? Ебать. Или чё, блядь? Его столбом 4 или 5 раз ударило. Вы чё, блядь, тут первый раз нахуй? Алё, блядь. Пиздумно. Да ложитесь, пизду это. Всё нормально, блядь, перевели нахуй. ДПСа хоть жопой жуй нахуй. А вы, сука, мрёте на ёбаных столбах, блядь. Если, блядь, он столько нуба нахуй, выпейте ебаные сапроты, блядь. Тебя хуй вас они спасут, блядь. Глаза разуйте нахуй, очки купите, блядь. Банк поставьте кто-то. ГБ поставьте. Тык на сумон. Вон, поставил тебе. Там же стоит, ставлю рыбу. Войда ясно. Давайте суммарный клик. Войд. Я смотрю, Войд блинки блиндера сам, да? ДК, да.
электрошам будешь ставить тотем на силу природы, когда у босса 61% будет на второй фазе. То есть, когда у медведя 61%, ставишь тотем от природы. У тебя вставалка есть? Уже да. СС будем по кому кидать. СС по кому кидать нам? Угу. У нас один СС. Ну надо ж на кого-то его кидать. Алиси и не хотят дать. Да, Биби кинешь перед пятой фазой, короче, СС. На кого-то с меликов. На меня либо на Мишу Про. А уже кинул, хорошо. РЧ на пол. Да, опять пофиксили. Говорите, Варов, блядь, не фиксом. Раскол. Готовьтесь, милик. Он бежит. Нет, нет, пока. Убежали. Звезду все уперлись в угол. Тотем и убей шаман. Поставил себя тотем на силу природы. Must dispel. Свои деф обилки прожимаем. По максимуму. Стоп, блядь. Встаньте в центр под босса.
Сиреевой. Готовимся, скоро переход. Копья. Бомжей. Прохиливайте как хотите. На Виби сальву ебаните. Обидно за варов. Все-таки фиксанули? Да. Гера. Двигай. Пока дам. Алиса, дрочишь, стоишь, хуй что ли, ёбаный в рот. Центр встань. Двигайтесь, пока Дана. Дал прожимку. Сука, достала меня. Сука. 1%. Добивайте как хотите. Бабу прожимай. А, пристану. Да нет, там паладин. Херово, когда на танка кидается, но, блядь, не видно. Велики забегают. Для чего я вам, сука, говорю бегать нахуй? Какого вы хуя стоите на одном месте, блядь? Я вас не знаю. Знаете, что пофиксили варом, да? Они сделали правный робот... справную работоспособность скиллов, как и должно быть. То есть, АТ-4 теперь как действует, нахуй,
Сколько там? Дебаф. На 8 секунд так и работает. Так же глубокие раны уже по 5-6 секунд, Паша, только на... Эх, нету двойных теперь. Это тогда получается, что может нету смысла вора и в хосту одевать теперь. Есть смысл одевать в хосту, но под 4 куска, походу. Под хосту одевается только ради кровотечения, то есть не за того, что было. То есть как одевалось в хосту, так и будет одеваться. Глубокие раны не от этого пахали. Флорибафер знали, пристабаф есть, лапу дайте. Блять, как вы двое нахуй еще, блять, одновременно умерли? Это пизда, нахуй, я просто не понимаю. Да, я вроде как одно стояла. Чего-то нет. Если честно, пиздеть не буду, я весь Войт посмотрела в хиллбот. Войт, пуляйна. Заебись, я припокажу. Нет, не пью. Вот, блядь, смотрела бабла, даже не успела нажать, да? Да, я что-то подумал, то, что меня ебанул пламенный вихрь, я ещё прохилю, а потом оказалось то, что во мне типа, ДПМ не анончит, когда он у тебя, он анончит только тогда, когда он на другом. Это хуёво. Стой. Теперь ты нахуй жди.
Готовимся милить. Ушли в угол. Тотемы. Тотемы убрали, поставили от силы природы. Не надо сейчас. Скрашку докидать. Кидаемся. На хп али у тебя. Переходка. Копии. Огненный голема, поставь огненного. КД. Киньте хорошенько. На вибе сальву все кидайте. Гера. Да.
зайти в центр. В куче не стойте. О, сука, победина. ГЦ. Никогда не пойду. Мова про. А, ты ж заберешь, да, мастер? Не, мова. Мова про, уступишь. Потому что это линька говно, блядь. Лес, дайте мне. А что, там зло упало, что ли? Да. Да иди нахуй, блядь. Блядь, я на ДК хочу, на дорёчку. Распыляй лук, говно трать. Я за. Ой, назад. Ну чё, блядь? ГЦ. Он наступил тебя, да? Тише. Блядь, съем мне ровно. Хорош. Чё там упало? Миша, открой, ты тут? Ну ему покруче зов будет, чем тебя. Да, да. А я вместо воли хочу нахуй. Так у него и воли нету. Ну ты посмотри, у него не до капа РПБ, ему это лучше. Какой нахуй у него не до капа РПБ? О чем вы говорите? Не, я спрашиваю, уступишь? Да, да, нет, нет, все. Ответ давай. Значит, на дис ушло. Короче, если мастер горит желанием, у меня есть на следующей неделе КД на двух боссов, так же самое еще. Это и первый, вот. И последний раз, когда она упала в зону. Не, она часто падает.